На Могилёўшчыне сезон бярозавага соку. Ён яшчэ толькі ў пачатку, але з пацяпленнем чакаецца больш актыўны рух. Лясныя гаспадаркі ўжо сабралі каля 1000 тонн бярозавіку, больш за дзясятак тонн прададзены насельніцтву. У гэтым сезоне планы перапрацоўчых прадпрыемстваў на бярозавік даволі сціплыя, аднак аздравленчы напой плануюць шырока рэалізоўваць людзям. Ну, в этом году сезон начался немножко позже. Допустим, в прошлом году был где-то в 15 марта уже начали собирать березовый сок. В этом 1 апреля он еще только-только начал капать. Поэтому сезон зависит от погоды. На лесосеке Захуцкага лясніцтва поблизу Аршанской трассы еще лежат рэшты снегу, але у лесе отчувается вясна. Сбор соку идет от раницы. Ну вот, почти полная бочка. Почти полная бочка – это тонна 800. Хорошо идет сок. Довольно неплохо, но солнца мало. Могло быть и лучше. На всякий выпадок лесосека, где нарыхтовывают сок, аховывается. За самовольную нарыхтовку сока можно отрымать пристойный штраф. Тому в лясніцтвах рают его просто набывать по прымальных ценах. В последнее время стало популярным сок березы. Много обращается людей прямо к нам. Тоже мы отписываем, продаем прямо с лесосеки. Можем сок отпускать людям. Прямо здесь? Да. А почем литр? 1200. Очень хорошо. Вообще, мне цена очень нравится. Поэтому я говорю, что и не надо думать и гадать. Приехал, купил и все. Для лясной господарки бярозавік – сезонный продукт, на рыхтоўку якога дае магчымасць зарабіць. Між тым, сёлета у Магілёўскай области мяркуецца собрать менее бярозавіку, чем летась, амаль что удвая. В прошлом году лесхозы объединения заготовили 4348 тонн березового сока. Планы на текущий год – это 2500. Причина одна – невостребованность продукции перерабатывающими предприятиями области и республики. На Быховском консервово-сушильном заводе сёлета плануют принять только 400 тонн бярозавіку. На предприемстве потлумачили, что летась тут вырабили рекордный объем – 2000 тонн, и еще не все реализовали. Кировский харчовый комбинат увогуле не собирается сёлета займаться бярозавіком. Тут без комментариев. Між тым, насельніцтва можа набываць у лясніцтвах аздараўленчы напой у неабмежаванай колькасці. Тут ён каштуе 3000 за літр. На лесасекі танней. Можна набыць сок і ў тары. За першы дзень продажу ў Магілёўскім лясгасе прадалі 2 тоны і чакаюць бліжэйшымі днямі наплыву пакупнікоў. Ілона Іванова, Юрый Уласцоў, Навін рэгіён.